Тогда мне было 15 лет, и летом с моей семьей мы поехали в Манглис, это такое место в Грузии, там очень хороший это воздух. И я где-то 3 месяца там был. И когда я приехал, где-то, не знаю, сколько сантиметров я прибавил, но когда я уехал, я в школе был в классе, в своей классе был практически самым низким, а когда приехал, уже был самым высоким. И ну, это такой быстрый рост получился. То, что я ну, руками, что я такой массивный, я похож на своего цвета. Это я еще только дома начал тренироваться. Это там мне 19 лет. И весишь ты где-то килограммов 90, да? Не, 85 или 80, вот так. Там у меня был дома этот штанга 28 килограммов. Я сейчас жим делал на скамейках. Когда я только начал тренировки, мой тренер сказал, что мне понадобится 5 лет, чтобы выиграть чемпионат мира. Точно прошло 5 лет, и я выиграл чемпионат мира. Здесь, это я помню, это 2012, я здесь уже в армии был. Я, походу, в армии служил. Здесь я 100, в армии я был 105-110 килограммов. Здесь я уже чемпион мира. Это 2014 или 2015, вот так. Там я где-то 120, наверное, вот так. Все пошло не так быстро, потому что первые годы я не очень серьезно относился. И трудно было для меня, потому что я работал, и тренировался, и ситуация в Грузии по армрестлингу было очень плохо, потому что на чемпионат мира, на чемпионат Европы люди летали на свои деньги, не было никаких премий. Я на турнире увидел первый раз этот стол для армрестлинга. Я без стола тренировался, и на соревновании увидел стол. Я с моим тренером на скамейке там боролись, что-то меня учил. Ну, я выступал на чемпионат Грузии, там нормально выступал, всегда был или второй, или третий. Потом уже я пошел в армию. Вот в армию уже, когда пошел, я там выиграл мировую олимпиаду по полицейским и по пожарным. Вот мировую олимпиаду я ехал в Белфаст, тогда мы поехали. Я там взял 2 это, золота. Вот оттуда у меня появились какие-то деньги. И уже тогда, когда я закончил армию, за эти немножко денег я уже спонсировал себя и уже серьезно занялся армрестлингом. И тогда я вторым стал на чемпионате Европы в Баку, а потом уже играл в мир. Я 130 килограммов, когда я весил 130, я был очень большой, даже 140. Вот уже, а когда я 160 стал, уже немножко, это, как это сказать, жир пошло, а до этого 130, 140, 150, я очень так сухой был. В интервью правда была, когда ты сказал, что ты со временем стал таким большим, что когда родители заходили в комнату и не знали, что ты там, они пугались? А, да. Иногда тоже. Моя мама постоянно пугается.